Ну, не у костра, у танка скорее выйдем. Не, вот перепешки. Перепрыжки, точнее. Самый сложный, сука, квест. Зайти в Тарков и никого не убивать. Далеко? Уже перешел где-то левее даже. В яме уже, что ли? Не-не-не-не-не, левее от будки. Это будка, вот, да. Он у воды левее, уже на дороге, наверное. От будки где куртка? Я понял. Ой-ой-ой, по мне. Нет. Значит, двое. Да-да-да. А ты где? А я за будкой. А, ты за будкой? Сейчас походу хана. Что-то отойти не сможешь сюда? А-а. У меня вперед. Это он? Да. Ты за будкой с моей стороны, да? Да. Ой, он там очень сильно хорошо одетый. Иди у меня. Там бомбетка с брони. Ой, блядь! Там еще справа СВДшник. Опять я. Чего, блять? Так это чита, господи. Он в стену мне стреляет, в стройку. Что-то какой-то неуверенный в себе чита-то. Ну, так. Сильно палиться не хочет, а побеждать хочет. Я не знаю, я стенку как сильно палиться. Ну, он тут думал, что я не за стенкой.
Блять, бот за пулик сел. Не надо. Вот этот чел, походу, с читами чат. Видите, он знает. Он по мне в стену стрелял и сейчас вот не выходит, хотя у него нет никакой информации, что я здесь. Тем более, что я целюсь на угол. Сука. Завали, блядь, ебальник свой. О, опять знает, что я не целюсь. Видите его? Готов. Сыночек, блядь. Там у читеров видно линию, куда ствол направлен. Типа, куда целится другой игрок. Поэтому он эту видео, мою, точнее, линию ствола видит, то, что я целюсь на угол, и не выходит. Только я ствол в сторону отвожу, он сразу вылазит, и по мне начинает спреять, видите? Это супер паливный чел. Он тупой, но он типа думает, что он беспаливный, блядь. Блять, бот. Надо быстрее. Ладно, тут неинтересно. Тут СВДшник должен быть. Аня. Аня. Чё? Не поверишь никогда в жизни. Мечом подошёл? Нет, ратник был, типа. На нём? Повезло. Повезло, чё выйти надо? Здесь рядом выход.
Спросила, что вам тоже вниз. У них был приятель с читами. Не два дурачка, блин. Честно, помогу. А, мне до сих пор нужна папа ХБС. До сих пор не нашла ее. С того времени еще. Едит тут типы, я тебе скажу. Походу он их еще и одел, этих типов. Он их одел и повел в рейд. Сам он 49-й. Да, он тебя подлутал уже. Все, валим чат. Надо будет его профиль посмотреть. Чат напомните после рейда. Так. Ты вышел? Угу. Жан 9 Янг. Сейчас поглядим его профиль. 49-й. Так, посмотреть профиль. КД-21 у него, чат. Почти 2000 убийств, 3000 часов в игре. Двадцать пять выживаний подряд. Смотрите, какой геймер. 36 пробежек при этом, при всем. Угу. Жалко, не описано, сколько он ЧВК убил. Что-то когда-то это с ботами отображается. А вот это его статистика на следующий день, когда я сел монтировать ролик, и было интересно, что там у него по стате. Он успел уже сходить 53 рейда. Начал носить МДР-ку, видимо, его впечатлило. Также оставлю скриншоты статистики его тиммейтов.